Законодательная инициатива Думы Чукотки о запрете на вывоз красной икры непромышленного изготовления свыше 10 килограммов воздушным транспортом отклонена Госдумой в первом чтении. Данным законопроектом предполагалось присоединение Чукотки к эксперименту по внедрению дополнительных механизмов регулирования внутренних воздушных перевозок икры лососевых видов рыб непромышленного изготовления, который проводится с 1 января 2022 года на территории Камчатского края. При этом указанное ограничение на заводскую продукцию с соответствующей упаковкой и маркировкой не распространялось. Однако законодательная инициатива чукотских депутатов не нашла поддержки коллег из федерального парламента. В соответствии В заключениях отмечается, что поскольку эксперимент на территории Камчатского края еще не завершен, сбор и анализ информации о ходе и его результатах, в том числе об экономических последствиях его проведения, о состоянии популяции тихоокеанских лососей на Камчатке, о динамике сокращения объемов незаконного оборота красной икры непромышленного изготовления и других статистических показателях еще продолжается. Оценить целесообразность проведения эксперимента на территории иных субъектов Российской Федерации до его завершения на территории Камчатки края, по мнению правительства Российской Федерации и ответственного комитета Госдумы, невозможно. Валентина Рученко, возглавляющая законодательный орган Чукотки, считает законодательную инициативу, предложенную Думой Чукотского автономного округа, важной для региона. Однако принятие данного решения находится целиком и полностью в компетенции федеральных властей.